красная диагональ, забивать можно. Богданов подбивает, еще момент, и пустые ворота, гол. Это Игорь Шмелев. И вот здесь момент может быть опасный, еще один бросок и... И здесь момент Жила бросает и отбивает. Бросок и опасно с комментаторской позиции. Но тем не менее, несмотря на то, что... А вот гол! Вот вам и давление! Еще бросает, и штанга там, по-моему, была. Момент может быть узконевый, бросок опасный, шайба ворота. 2-2. Бросает и забивает Данила Попов.